Новые идеи и конкретные дела объединяют самую яркую молодежь Беларуси. В Бресте областной БРСМ подвел итоги 2023 года и обозначил планы на 2024. Проделана немалая работа, ведь активисты с успехом участвовали в творческих, спортивных и волонтерских проектах и акциях. На счету молодежи первого региона тысячи добрых и полезных дел. От озеленения населенных пунктов и трудовых десантов до благотворительных новогодних и рождественских акций. Помощь пожилым людям и многодетным семьям и многое другое. В этом году мы неплохо поработали. Хотелось бы обозначить численность организации. Мы вышли на 22,5% от общего численности молодежи в регионе. Организация насчитывает 51 800 человек. Хотелось бы сказать, что действительно реализовано очень много проектов по всем 9 основным направлениям организации. Самое, наверное, такое важное и то направление, которое можно действительно пощупать руками, которое ощутила молодежь, это трудоустройство молодежи. Действительно, на более чем 1500 мы трудоустроили, больше, чем в прошлом году, всего 5670 человек. Одним из самых знаковых моментов в 2023 году для БРСМ стало открытие масштабного знакового объекта Всебелорусской молодежной стройки. Сегодня на объектах Республиканского патриотического центра уже отработали 4 отряда, а также 760 человек из волонтерских отрядов. Это Кобринское укрепление Брестской крепости, молодежно-патриотический центр. Действительно, там трудятся наши студенческие отряды со всей страны. И хотелось бы сказать, что действительно на каждую неделю идет работа по волонтерскому труду, и мы застройщику действительно помогаем и оказываем помощь. Наши волонтеры тоже неплохо себя проявили в таких благотворительных различных акциях, сельскохозяйственных ярмарках. Действительно, проведено было достаточно много учеб, тренингов для первичных организаций, для секретарей первичных организаций, волонтерских тренингов, тренингов для трудоустройства молодежи. Вот. Хотел бы сказать, что реализовано очень много таких имиджевых проектов, как «Прибужье», которое было посвящено 105-летию комсомола. И мы отпраздновали такие большие для нас даты. Это 105-летие комсомола и 60-летие белорусских студенческих отрядов. Сегодня в рамках 14-го пленума областной организации БРСМ были детально проанализированы основные показатели. В проекте постановления пленума были отражены успехи и недочеты деятельности территориальных комитетов, а также поставлены основные задачи. Сегодня работу БРСМ можно сравнить с футбольным матчем, где присуще такое выражение о результате. Проигрывает не команда, а тренер. Руководство БРСМ напомнило присутствующим, что каждый из них тренер на городском районном уровне, либо первичном звене, у которых должна быть своя тактика и стратегия, чтобы показывать достойный результат. 2023 год для нашей районной организации стал очень значимым, потому что мы выросли и количественно, и качественно. Было реализовано очень большое количество мероприятий республиканского значения, областного уровня. Те, которые помогли найти нашей организации именно своих людей, найти надежное плечо среди этих людей. Этот год очень много значит для нашей организации, наш районный комитет своем районе не остается в стороне, ведь вовсю уже стартовала электоральная кампания, мы посещаем и трудовые коллективы с разъяснениями в выборном процессе, мы выдвигали своих активистов и в комиссии, и в наблюдатели, поэтому в год качества хотим все-таки подтвердить, что организация работает на высоком уровне. Все планы 2023 года мы реализовали, молодежь была очень активная, самое главное ее заинтересовать, и она дальше пойдет сама за тобой. В 2024 году мы, конечно же, хотим расширить круг мероприятий, участвовать больше в патриотических акциях, направить свою деятельность на поддержку талантливой и одаренной молодежи, потому что для студентов это очень интересно, как мы выявили. Планируется увеличить количество студенческих отрядов, так как это одно из важных направлений деятельности БРСМ. Ну и самое главное, заинтересовать студентов, и они уже дальше будут сами участвовать в этом всем. Работа с молодежью – важное и нужное направление, которого в первую очередь и придерживается данное общественное объединение. Об этом также шла речь на пленуме. Сегодня делается акцент и на гражданско-патриотическом воспитании учащейся и работающей молодежи. Так что ряд будущих проектов организации будут направлены именно на это и дальше. Брестская областная организация и территориальными организациями БРСМ только за 2023 год было организовано и проведено свыше 1000
тысячи крупных проектов и мероприятий. Этот результат благодаря большой нашей дружной команде, благодаря поддержке органов исполнительной власти. Мы взаимодействуем с другими общественными организациями и реализуем совместные проекты. Поэтому грандиозная работа была проведена, но мы себе ставим не менее амбициозные задачи и цели. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.